Почти 100 лет назад Владимир Маяковский и Игорь Северянин состязались за почетный титул короля поэтов. По свидетельствам современников, зал был набит до отказа. Поэты проходили длинной очередью. На эстраде было тесно, как в трамвае. Это происходило 27 февраля 1918 года в большой аудитории Московского политехнического музея на вечере поэзии. Публика отдала предпочтение Игорю Северянину, увенчав его венком победителя и королевской мантией. Это событие Северянин не преминул запечатлеть в стихах. «Отныне плащ мой фиолетов, берета бархат в серебре. Я избран королем поэтов на зависть нудной мошкаре. Меня не любят корифеи, им неудобен мой талант. Им изменили лесофеи и больше не плетут гирлянд. Лишь мне восторг и поклонение, и славы пряны фимиам, моим любовь и песнопенье недосягаемым стихам. Я так велик и так уверен в себе, настолько убежден, что всех прошу, и каждой вере отдам почтительный поклон. В душе порывистых приветов неисчислимое число. Я избран королем поэтов, да будет поддан светло». Интересно, что поэты-футуристы объявили выборы короля недействительными и вскоре устроили вечер под лозунгом «Долой всяких королей». А Игорь Северянин через несколько дней выпустил сборник, на обложке которого гордо красовался его королевский титул.